Махсат Дәулетович, здравствуйте. Махсат Дәулетович, там по поводу цемента хотел переговорить с вами. Давай потом. Видишь, я занят стою, общаюсь. Извиняюсь, с кем общаюсь? Тебе какая разница? Главное же, не с тобой общаюсь. Болда, барабирш, и самое главное, записывайся, а потом приходи. Иди, иди, давай. А говоришь, что понял? Я тебе зачем все это только что объяснял? Взял человека на ровном месте, обидел. Теперь иди, извинись. И, кстати, спроси, что хотел. Кажется, что-то важное.